Всем привет. Мои ушли на пляж, вот там в окно машины видно. Я специально осталась в машине, чтобы записать вот это маленькое короткое видео. В общем, сегодня у меня видео для взаимных подписок, для взаимных подписчиков. Что хочу сказать, что, пожалуйста, все, кто заходит на наш канал, оставляют комментарии, мы, в свою очередь, всегда заходим в ответ. Вот. И мы пока еще ни от кого сами не отписывались. Хотя вот Лера у меня ради интереса смотрела многих, которые нас сначала пригласили, а сейчас она стала просматривать. Нас нет в их списке. То есть я не знаю, по какой причине. В общем, это мы уже домой приедем, когда и тоже, наверное, посмотрим. Если нас нет в списке, зачем мы тоже так? Ну, это если время будет. А так висят они и висят. Пусть висят. Просто хотим заявить, что мы тоже смотрим всех, кто смотрит нас. Вот, скажем так. Мы не хотим тратить деньги на рекламу на YouTube. Поэтому для нас взаимные подписки это как выход из положения. На данный момент. Вот. А вторая часть сегодняшнего видео это для того, чтобы... Еще сказать, мы выложили видео о доме Наташи и Вити Рожновых. Это семья приемная из нашего города. В нашем городе они как бы известная семья, да? Наташа очень хороший аниматор. Она в своем районе, вот где проживала, проводила обалденные праздники. Веселые, интересные, с призами. Деткам все интересно было. Праздники были такие масштабные, я бы сказала, даже грандиозные. И это все на минимальный бюджет, скажем так. Бюджет такой, что ну, не спускались деньги ниоткуда там. Что смогли наклянчить, на то и проводили. Вот. Наташа вообще молодец. И вот они когда жили уже большой семьей, когда у них появились еще вот два малыша в семье. Теперь у них 8 детей. До них дошло, что им очень тесно. И они, благодаря Рите, я ее называю Сова, потому что у нее ник такой в одноклассниках, Сова. Они ездили, Наташа Рожнова ездили отдыхать. Рита им предоставляла дом под дачу. И в общем, наманила их жить в Краснодарский край. Все у них получилось. Они продали жилье в Кинешме, брали еще ипотеку и переехали вот в Краснодарский край. И мы по пути в Крым, мы заехали к ним, сделали небольшой обзор дома. Дом очень красивый, обставлено все со вкусом. Наташа очень хороший вкус. Она прирожденный дизайнер, я бы даже сказала. Вот. До нас этот дом снимали Голубевы, тоже из нашего города. В общем, если у кого-то какие-то, может быть, вопросы, на которые я смогу ответить по поводу Наташи, вот под этим видео мне напишите, я вам отвечу. Ну, значит, хорошо. Еще приехали купаться. Так. Сбили меня с мысли. Да. В общем, у кого будут какие-то вопросы по поводу Наташи, по поводу, может быть, их переезда, все, что я смогу ответить, я отвечу вам. Вот. Мы на обратном пути, наверное, к ним заедем еще раз, потому что они нас приглашали. Да. На тот момент, когда мы заезжали по пути сюда, там у них гостили Главановы, тоже приемная семья. Там у них сейчас на данный момент, по-моему, 5 деток приемных. Они и были вместе с ними все. 2 совсем малыша-карандаша. Вот. И, как я в том видео говорила, мы насчитали 25 человек нас всех вместе. Вот. Поэтому, наверное, мы вот по гостям не особо-то и шастаем. Представляете, такую команду надо. Не то чтобы накормить. Ладно, мы можем и чайком с печенкой, да, обойтись. Но нас ведь где-то рассадить надо. Вот.
Ну все, я уже наговорила 5 минут. В общем, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, если вам интересно. Ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайки, если не понравилось. Критику мы воспринимаем адекватно. Всем хорошего настроения. Мы отдыхаем.